затмение. У меня не отображается ни одного визора. Полагаю, тут ты сама справишься. Вперед. Спасибо. Сама так сама. Клад смерти. В тени железного беса. Прекрасно. Они и внутрь пробрались. Теперь надо тут осмотреться. Битва, застывшая во льдах и во времени. Титан приближается. Делаем как Макроне. Защитная система его парализует. Мы подходим, отсекаем конечности, взрываем плавильник. Ты это видишь, Сайленс? Сайленс! Сайленс, ты это видишь? Что именно? Все эти солдаты здесь погибли. Люди гибнут каждый день. Найди что-нибудь заслуживающее внимания. Операция «Свобода». Что это такое? Что бы это ни было, закончилось все плачевно. Запись. Третий бой за Калифорнию Марин.
Рой шел с Тихого океана и, не знаю, то ли местное ополчение, то ли ребята из Безумной 15-й. Подпалили мусорное пятно. Здесь, видимо, спали солдаты. Все море полыхало. Похоже на общий дом сердца матери. По ботам в первом эшелоне стекал горящий шлам. Мы выиграли 1-2, долбили их на берегу, а потом Рой перестроился. Мы заманили их вглубь суши по городским кварталам. Сбрасывали их здания, били электромагнитой. Стандартная тактика. Когда я была в Калифорнии, мне было лет 5-6. Там освещение, как тот винтажный фильтр для социалок, который все ставили в 40-х. Запись. К первому бою на восточном побережье мы долго готовились. Это было еще до Калифорнии моря, и по востоку прогнозы были куда хуже. 3 недели нас гоняли в какой-то прибрежный городок, чтобы мы тренировали ополченцев. Все время шел дождь, ведь Европа уже горела. Целый квартал из сборных казарм. Их печатали вплоть до того момента, пока не ударила основная группировка. Ополченцами мы проводили занятия на их родных улицах. И делали вид, что если они усвоят приемы, смогут умереть где-нибудь в другом месте. Хуже всего, что некоторые в это верили. И все спрашивали нас про новый рассвет, как будто мы знаем больше них. Честное слово, чем дальше, тем больше мы сами походим на ботов. Только вот они с каждым боем умнеют, а насчет нас я не уверена. Что это за место? Эцы, мне приказали напомнить вам про параграф 115 устава базы. Про нецелевое использование процессорных циклов. А конкретно про пункт 115C. Голографические симуляции, не связанные напрямую с боевой подготовкой. Считайте, вас предупредили. Можете играть дальше. Спасибо за письма. На службе время летит быстро. За 4 месяца уже сколько? 20 высадок? По всему западному побережью с нами тут рекруты из гражданских, щуплые мальчики и девочки. Никакой подготовки. Вот вам излучатель. Увидите бота, стреляйте. Но все равно как-то держатся ребята. Мы с 6-й бригадой завалили бора на Литиум Бич. Пришлось потом быстро отступить, но как этот громила вспыхнуло. Надеюсь, это показали в новостях. Пусть люди знают, у нас все-таки есть шанс. Надо только выиграть время для нового рассвета. А потом все снова станет как прежде. Знаю, я давно не отвечал. Прости меня. Операции теперь длятся подолгу. Воевать все труднее. Рой научился предугадывать наши действия. Нас стало меньше. Каждому приходится вкалывать за 10. Как семейный бизнес в тяжелые времена, только это не семья. Тебя нет рядом. Я пытаюсь разглядеть тебя, наше прошлое, в глазах других людей. Я помню, когда они еще были рады нас видеть, когда еще была надежда. Теперь ее все меньше. Я уже не узнаю места, которые мы обороняем. Я сражаюсь не за них, я сражаюсь за тебя. За обещанный новый рассвет, что бы это ни было. У них была мебель из железа? Разве это удобно? Это был железный мир. Видимо, они так привыкли. Thank you.
Красный свет. Видимо, нет питания. Я таких с самого детства не видела. Наверное, какой-то шифр. Может, мне просканировать объекты в этой зоне? Это полезно. Три кабеля, три источника. Это первый. Вы все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем, так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника Майка? Я, как всегда, непредсказуем. Уже два. Еще один. Вроде сработало. Я слышу шум. Идиаса? Заткнула. Видимо, есть другой вход. Эймс, я знаю, что шлю весточки слишком часто. Просто я горжусь тобой. Мы все тобой гордимся. Нас переселили на 10 километров вглубь материка на всякий случай. Школа пока работает. Слежу, чтобы Андрас и Реджи делали уроки. Нам не говорят, где ты сражаешься. Но когда над нами пролетают транспортники, дети выбегают и машут. Я верю в тебя. Я знаю, мир уже никогда не станет прежним. Но я верю в тебя. Я верю в нас. Спасибо тебе за письма. На службе время летит быстро. Сколько уже? 4 месяца? Работаем вместе с рекрутами. Подобрали из гражданских. Но все равно как-то держатся ребята. Мы с 6-м батальоном завалили горы. Надеюсь, это показали в новостях. Пусть люди знают. У нас есть шанс. Надо только выбрать время для нового рассвета. Эймс, я уже не знаю, жив ли ты. Мне приходят письма якобы от тебя, но они какие-то... Как будто их склеили.
обрывков фраз. И ты не упоминаешь ничего из того, о чем я говорила. Это зона сдерживания, противогаз, бунты, одна земля. То, что случилось в Далласском пузыре, это не роботы. Они даже не могут мне ответить напрямую, жив ты вообще или нет. Говорят, раз сообщения от тебя приходят, значит, ты еще боеспособен. Так нечестно, Эймс. Нечестно, что тебя не будет со мной рядом, когда все кончится. Я люблю тебя. Как печально. Знаю, я давно не отвечал. Прости меня. Операции теперь длятся подолгу. И каждому приходится вкалывать за десятерых. Это как семейный бизнес. Я вижу тебя в глазах других людей. Они были рады нас видеть. Еще есть надежда. Я сражаюсь за тебя. Что это? Это? Это карта. Карта чего? Мира. Планеты Земля, Элой. Мир не плоский, как ты думала. С чего бы мне так думать? Когда случается затмение, тень на Луне кривая. Значит, мир — шар. И вот так он выглядит издалека? Обсудим это в другой раз. Не отвлекайся. Роботы Фара заполонили мир, пожирая все на своем пути. И как-то Элизабет их остановила, пока не стало поздно. Но как? Затмение со своим железным бесом. Они же не решили его пробудить. Поберегись! Один хопиш, и он двигается. Thank you.
Значит, тем солдатам приходилось сражаться с сотнями таких роботов? Доктор Собек, как и ожидалось, на участке Уитчета произошел прорыв. К вам идут 5 титанов класса Гор. Контакт через 34 часа. У меня все готово, генерал. Пришлось кое от чего отказаться, чтобы успеть, но функционально проект готов. Поехали. Значит, операция «Свобода» была не напрасна. Да, будь у нас хоть на один меньше. Я выслал вам шифрованный файл. Пожалуйста, внесите его в архив. Я постараюсь. Что в нем? Заявление. Признание вины, так сказать. В чем вы признаетесь? В течение последних 1.5 лет я руководил самым массовым истреблением военнослужащих и гражданских лиц. За всю историю. Чингисхан, Гитлер, Сталин, Сарабелла. У них всех вместе не было столько жертв. Не вы их убивали, генерал. Не я лично. Но я бы не дослужился до высшего звания в армии США, если бы возражал против ее автоматизации. Еще до Роя, доктор, я прокладывал дорогу смерти. Словом, я не хочу, чтобы все это кануло в лету. И забылось. Я выслал полное признание. И пусть потомки рассудят, кто был прав. Я все сделаю, генерал. Но вы должны понимать. Если бы не ваши действия, наши действия, не было бы вообще никаких потомков. Возможно. Доктор Собек. Вольно, генерал. Прощайте. Черт подери. Спасибо, доктор Собек. Садитесь. Что? За что благодарить? Вы ее слышали? Доктор Собек четко обрисовала ситуацию, генерал, и предложила нам выход. Мы должны быть благодарны. Это же... Я просто... Господи! Может, обсудим вне сети? Никакого обсуждения не будет. Вы видели расчеты? Фара обеспечит финансирование, но на его деньги не купишь время, необходимое для завершения проекта. Время мы будем покупать кровью. О, какая чушь! Модернизируем флот, взломаем как-нибудь коды. Вы что, не слышали? Ваша армия роботов теперь ничего не стоит. Среди хакеров этот Рой – хищник высшего порядка. Он легко перехватит управление любой вашей автоматикой. Но это... Мы что, бросим гражданских в мясорубку? Послушайте, противник воспроизводится быстрее, чем мы можем его убить. И пожирает биомассу вместо топлива. Новый рассвет – единственный выход. А, ну то есть раздадим всем гражданским, у кого хватит сил, по рельсотрону, покажем, куда нажимать, и отправим на фронт? И вы думаете, они пойдут? Да, если будет за что сражаться. За новый рассвет. Секретное супероружие, которое нас спасет, только если человечество сумеет выиграть время для доктора Собек и ее команды. В файле, который я вам рассылаю, изложен план операции «Свобода». Операции? Это же преступление! Да, неприятно, но хоть что-то. Альтернатива хуже. Доктор Собек. Я реквизировал для вас списанный космодром в штате Юта в качестве базы для нового рассвета. Места там много.
Когда приступите? Я отправила вам список альфа и бета кандидатов. Большинство живут в других странах или на корпоративных владениях, что осложняет... Не волнуйтесь, получите своих спецов. Даю слово. Ну хорошо. Космодром? Что это такое? Что эти люди делали? Что делала Элизабет? Наконец-то я выбралась. Теперь надо только найти этот их космодром. Я выяснил, где он, и это хорошая новость. А плохая? Космодром прямо под цитаделью. Дворцом Карха Тьмы. В столице Карха Тьмы? Мне там не будут рады. Во дворце полно агентов затмения. Причем не рядовых, так что... У многих будут визоры, если они тебя увидят, Аид тоже. Он снова прикажет тебя убить, и на этот раз на тебя ополчится вся армия Карха Тьмы. Так отключи их, визоры. Ты же уже так делал. Все не так просто. Много визоров в одном месте. Они сообщаются друг с другом и с Аидом. Там целая сеть. Сеть? Как это? Представь, что визоры соединяет огромная невидимая паутина, которая из конца в конец опоясывает всю Землю. Она позволяет им постоянно общаться, даже на больших расстояниях. Понятно. Так что, можно как-нибудь эту паутину срезать? Обрушить сеть? Дерзко. Да, это возможно. Есть одно слабое звено. Показывай. Я отправлю точку на твой визор. Иди туда. Будешь ближе к месту, сообщу тебе подробности. Что же такое новый рассвет? Что за оружие придумала Элизабет? Она остановила машину, но они успели разрушить ее мир, ее цивилизацию. Нельзя, чтобы это повторилось. Ну и как мне теперь отсюда спуститься? А, будет весело. Хотелось бы еще, только очень уж долго туда подниматься. Мне больше нравилась история про то, как жрец Солнца влюбился в дочь торговца.